А теперь кадры масштабного задержания банды автоугонщиков. Они охотились исключительно за машинами премиум-класса. Спецназ окружил особняк, во дворе которого группировка устроила отстойник краденого транспорта. Подозреваемых застали врасплох, они не успели спрятать улики. В ходе обыска оперативники нашли устройство для взлома охранных систем и запуска двигателей, прибор для подавления сигнализации, целый набор автомобильных номеров и две угнанные машины. Установлено, что злоумышленники с помощью специального оборудования для вскрытия замка и запуска двигателя похищали автомобили иностранного производства, которые находились в подземных паркингах либо возле жилых домов. Всего было похищено 7 автомобилей. Ущерб превысил 20 миллионов рублей. Ну а двое подозреваемых взяты под стражу. Один объявлен в федеральный розыск. Еще несколько человек будут дожидаться суда под подпиской о невыезде.